Задумал как-то басурманский царь гарем себе обновить. И отправил он на Русь своих лучших воинов. Ну, те-то сразу с задачей не справились. Давайте, бейте! И позвали на подмогу злющую ведьму. А ну, заткнитесь вы оба! С чертями. Ну и разбойников лесных. Кстати, Баба-Яга тоже в сторонке не осталась. Это кто тут безобразничает у меня на дворе? Тут-то все и завертелось. Тут-то все и началось. Обращаемся к нашим верным казакам. Казаки прыгнули на коней и в погоню за разбойниками. А хитрые басурмане тем временем наворовали русских красавиц, да и домой повернули. Только вот на свою беду позарились на жену и дочерей казачьего сотника. Он им, ясное дело, такого не простил. Заручился советом Бабы-Яги, да и встал поперек дороги с шашкой самого Степана Разина. Один против всех. Но ведь недаром люди говорят, казаков много не бывает. Но и мало не покажется. Служба наша, служба чужая не сторона. Служба наша, служба чужая не сторона.